преддверии новогодних праздников глава Северского района Андрей Дорошевский посетил Афипский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Для малышей, которые вынуждены встречать Новый год не в кругу семьи, очень важно создать праздничную атмосферу и не потерять веру в чудо. Я очень рад приехать к вам, поздравить вас с наступающим Новым годом. Ведь Новый год случаются сказки, самые заветные желания сбываются. Для ребят подготовили сладкие подарки и игрушки. А самым маленьким воспитанникам преподнесли манеж. Небольшие презенты вручили и персоналу. Директор Оксана Калинченко провела для главы небольшую экскурсию по зданию. Новогодняя атмосфера царит, начиная со входа во двор. Внутри повсюду красочные инсталляции и, конечно, красавицы-елки. Коллектив приложил все усилия, чтобы ничего здесь не напоминало казенное учреждение. Поэтому детские спальни не отличаются от обычных жилых комнат в любом доме или квартире. И что самое важное, в этом месте дети получают так необходимую им ласку и внимание. Многие сотрудники работают по 3-4 десятилетия, посвятив всю жизнь заботе о своих маленьких воспитанниках. Дети ухоженные, счастливые. Я вижу глаза ваши, вижу глаза детей. Невозможно смотреть, когда дети, оставленные родителями, одинокие, брошенные. Но вы их отогреваете, оттаиваете своей заботой, своей теплотой, своей любовью. Я вам искренне благодарен за это. Я хочу, чтобы были вы счастливы, и те дети, которые к вам сюда попадают, тоже обретали в жизни счастье, находили добрых, заботливых людей, чтобы у них все складывалось. Отрадно заметить, что это учреждение больше нельзя назвать детским домом. Оно рассчитано на 35 детей, а находится здесь сейчас всего 18. И из них ни одной сироты. Все ребята помещены сюда временно или на краткосрочное пребывание, пока их родители, кстати, ни один из которых не лишен родительских прав, находятся в трудной жизненной ситуации.